Приветствую. Ваш номер на втором этаже. Правила у нас такие. Я его знаю. Мой бывший пациент. Когда я приехал в Европу, работал в психбольнице, где его содержали. Он очень опасный. Чего ты стыдишься больше всего? Я врач. Скажи мне, кто первым начнет играть? Если не скажешь, я буду играть с тобой. Одна из вас пыталась сбежать, поэтому платить придется всем. Бесполезно. Смирись со своей судьбой. Посмотри ей в глаза. Ты веришь в Бога?